Она родилась 2 июля, а 3-го советские войска освободили Беларусь. Сегодня, когда Анна Антоновна поет свои патриотические песни, печать освобожденной тогда страны слышится буквально в каждой ноте и, по словам нашей героини, исходит из самого сердца. Сейчас 70 лет освобождения Белоруссии. Я желаю, чтобы люди наши никогда не знали горя. И было только у них радость и оптимизма, как вот у меня. Я желаю счастья, здоровья, мира и всего самого наилучшего. И чтобы никогда свинец не просвистал во мгле. За мир, за теплоту сердец, за счастье на земле. Поздравить именинницу с почетным юбилеем пришли родные и близкие. Коллеги по певческому цеху, представители городского исполнительного комитета и рынка Ковалева. Роскошные букеты, почетные грамоты и благодарственные письма. Трогательные слова поздравления и подарки. В свой день рождения Анну Антоновну ждал настоящий калейдоскоп сюрпризов и приятных впечатлений. Анна Антоновна очень часто поет у нас на рынке. И мы очень рады, что она живет на Ковалевке. Она жена ракетчика. Она очень поет патриотические песни. И так совпало, что 70 лет освобождения Белоруссии, и ей 70 лет. Поэтому мы решили на рынке Ковалева сделать ей такой праздник, посвятить ей целый концерт. Хотим пожелать ей крепкого здоровья, мира всем нам. Благополучие, она уже дважды прабабушка, и чтобы все планы, творческие планы у нее сбылись. Такие люди, как Анна Антоновна, являются достоянием не только Бреста, не только города, но и республики. Она у нас поет в нашем клубе «Ностальгия», как член полигона, такая есть военно-патриотическая группа. Она много лет является членом нашего клуба. Мы ее очень любим. И сегодня вот члены клуба пришли поздравить ее с юбилеем и пожелать ей самого-самого лучшего. Свой 70-летний юбилей Анна Антоновна встретила на горячо любимой сцене. За свою долгую насыщенную жизнь она успела спеть на сценических подмостках в более 10 странах мира. Голландия и Бельгия, Германия и Молдова, Россия. В какой точке планеты она бы ни находилась, ее всегда встречали и провожали бурными овациями. И юбилейный концерт исключением не стал. Мне вдохновляет счастье. Счастье то, что я живу, и я выхожу на сцену ради... Дети, у меня два критерия. Это быть полезной обществу и жить честной жизнью. Я очень счастлива, у меня муж очень хороший, дочка, внук, двое правнуков. 8-й год девочки и правнуку 2,5 года, и я счастлива. Говорят, в чем твое счастье? Я говорю, счастье в том, что я живу. Юбилейный концерт в честь Анны Мисевич длился около 2 часов и носил еще и благотворительный характер. В промежутках между песнями и поздравлениями неравнодушной к участи детей, которым требуется дорогостоящее лечение, вносили свой посильный вклад в общее дело, давая этим деткам шанс на долгожданное выздоровление.